Слушай, что бы ты ни делал сейчас, перестань это делать. Есть вопрос для тебя. Чего ты хочешь? Все очень просто. Чего ты хочешь? Потому что есть в жизни вещи, которые ты не можешь просто получить. Они не придут к тебе сами, ты должен пойти и взять их. И есть вещи, которые нельзя просто заслужить, совершая добро. Они не случаются, пока вы мечтаете о них в своей кровати. Не произойдут, пока вы думаете о них в душе. Иногда вы должны просто воплотить их. Вы можете оставаться на одном месте, да запросто. Но не выйдет оставаться на месте и пытаться пойти к цели. Так что определяйтесь, чем вы готовы пожертвовать ради свершений в этом году. Потому что найдется кто-то еще, кто захочет занять ваше место. И всегда кто-то еще захочет вашу стипендию. И не ты один стремишься поступить в Йель. Не только ты мечтаешь попасть в НБА. И не ты один грезишь НФЛ. Я призываю вас быть очень сосредоточенными, сконцентрированными следующие 24 часа. Призываю всю неделю, все 7 дней быть скрупулезными в том, в какое время вы просыпаетесь, во сколько ложитесь, что едите, а что нет. Почему? Потому что каждый день важен. Именно так. Каждый день важен. И чтобы получить совершенное тело, каждый ваш день должен быть совершенным. Каждый божий день, просыпаясь утром, вы должны быть готовы полностью выложиться на все 110%. А значит, придется поменять их ход мышления, и вам надо перестать расценивать боль как что-то негативное. Все дороги к совершенству ведут через боль. Будь это просто, все бы по нему пошли. И этот путь потребует еще одного повторения, и он потребует еще одной мили, потребует новых достижений, потребует новых усилий, и он потребует еще чего бы то ни было, чтобы достичь того, чего ты пытаешься достичь. И цель в том, чтобы оказаться хоть немного дальше того, кто претендует на твою мечту. И тебе придется продержаться дольше, и уж поверь, это не будет легко. Но я хочу, чтобы ты почувствовал боль, пронизывающую твое тело, и когда боль уйдет, на смену ей придет совершенство. Ты заслуживаешь стать миллионером. Ты заслуживаешь путешествовать. Ты заслуживаешь прожить жизнь так, как хочешь именно ты. Идея. Одна только мысль в нашей голове может построить города. Эта мысль может изменить мир и переписать все правила. Одна простая мысль может изменить все. Но это только начало, это не конец. И если вы работаете, превозмогая боль, по ту сторону вас ждет награда. И вы докажете каждому, кто попытается затормозить вас, каждому, кто попробует остановить вас, каждому, кто попытается убить вашу мечту, докажете им, что они ошибались. Ты сильнее своей боли, ты лучше всего этого. Я использую боль, чтобы подтолкнуть себя к совершенству. Не сдавайся, я говорю именно тебе, не сдавайся, пройди через все это. Когда ты изменишь свое мышление, всего одна вещь, о которой я прошу, прими вызов. Это твой год, чтобы сделать то, что ты никогда не делал раньше. Это твой год, чтобы думать так, как ты никогда не думал раньше. И это твой год, чтобы добиться того, чего ты никогда не достигал раньше. Перевел и озвучил Андрей Луценко. Не сдавайтесь и добейтесь своего.